Так, сегодня я думала, Флорида вся в обычных пляжах песочных. Но вот такого я вижу первый раз. Вот такое вот чудо. А теперь я пройду подальше. Камешки. Это называется, наверное, это что-то типа не типа рифы 100%, потому что я ныряла, и эти камни напоминают извилины мозга. Вот смотришь, как будто бы мозг. Вот такие вот извилинки. И там рыбки, как пчелки, такие желтые с черными полосками. Потом просто серая какая-то рыбка видела, большая. Серая рыбка совсем никакая. И ярко-ярко желтый хвост. Вообще красота, конечно. Я тут насмотрелась, налюбовалась. Боже, как здорово! Как я рада, что я нашла это место. Теперь, конечно, я буду здесь постоянно, хотя и далеко ехать. Но что делать? Это где-то 150 миль от моего дома. Какой красивый, красивый, просто потрясающий, какой красоты океан. Я, как я уже говорила, у нас Кока-Бич. Там нет вот этих вот скал, и море уносит и приносит песок, и всегда вода такая непрозрачная, там вообще ничего никогда не видно, даже вщерилась. Я выбрала дорогу специально, через, которая узенькая-узенькая дорожка двухполосная, которая проходит именно вот почти по побережью. Я так понимаю, как я уже говорила, я понимаю, там вот именно это место, где живут вот эти мультимиллионеры, миллиардеры, все звезды и все прочее, потому что там, конечно, дома. Я посмотрела, я не знаю, сколько примерно стоит такой дом. Ну, не знаю, но 1,000,000 наверняка. Потому что замки, громадные замки, все в цветах, все в пальмах. Просто чудо. Ну вот и все, вот там кто-то ныряет. Ладно. Жалко останавливать видео. Какая-то очень красивая. Ну что делать надо? Заканчиваю. Ладно, теперь буду играть наверх на карачках. Сейчас покажу еще ванную. Ванночка тут такая природная. Я когда спускалась, я в нее легла и полежала. Хоть бы не упасть, хоть бы фотоаппарат не намочить. Так, где она? На этом ванну. Сейчас. Если я туда доберусь. С ненамокшим. Еще и волны, хоть они и маленькие, но все равно не достаточно сильные. Не подбивают купона на ванночке. Я сейчас туда залезу и сяду. И там, кстати, нависает как бы козыречек. Не, или вот та, вот та, наверное, лучше. Ну это вообще ванна. Нога уехала. А это нога там. Держись, скалолазка ты. Вот она ванна. Я сейчас в нее залезу, если смогу. Ой, благо ноги длинные. Тихо. Вот, а теперь я тут сижу. Так, я могу в тенечек спрятаться, если захочу. Вот она, вот такая вот ванночка. Замечательно. Не надо брызгаться. Прокричись. Я сейчас тут. Вот водичка всегда свеженькая. Вообще мне удовольствие. Приди сюда книжечку взять, ручку. Полежать и почитать. Тут, собственно, жить можно. Как здорово. Ладно, разлеживаться нам некогда. Нас ждут в Майами. Оп, не надо брызгаться. Попробуем встать. И теперь нужно залезть вот туда вот наверх. Ну что, полезли? Полезли.
еще одна ванночка. Тут еще прям кресло прокурорское. Вот, а это я показала, там дырочка.